Здоровье. Да живем еще помаленьку. Живем. Как жена, уже, как собаки? 80-й год идет. 80-й год вам уже? 24-го парад был Победы. Это мне было 79. Молодцом. Как жена? 41-го года. А? Жена как? Она тоже 41-го, но это года тоже. Только она в августе, я в июне. Вот. Но не ходит она почти. Ну, ноги. Ноги, да? А собаки как ваши? Живут. Так же кормите? Многие, да, многие уже погибли, да. Ну, естественно, там место такое, там народ, машины, все. И их отлавливают там. Ну, все равно никак они не кончаются. Все равно, вот не могу бросить, ага, все. Все кормлю, вот так же. Как люди вам помогают здесь? Как? Люди деньгами помогают? Помогают, конечно, помогают. Летом особенно было. Сейчас-то людей мало, ну, поменьше где-то. Летом было хорошо. Это дедушка, которому уже скоро 80. Он Оскар, он же Иосиф. Интересная судьба, я уже о нем показывал, рассказывал не раз. Он, видите, хоть и не самый здоровый, тем более не самый молодой, он выходит сюда на площадь Ленина и в другие места, играет музыку, собирает деньги, как он мне рассказывал, для больной жены на лекарства и для собак. Он подкармливает бездомных собак. Получается, что как может, зарабатывает себе на жизнь и на добрые дела. Я вас очень прошу, когда вы проходите мимо уличного музыканта, пусть он даже не очень мастеровитый, он, вероятно, пришел на эту улицу, чтобы сыграть, не только доставить удовольствие кому-то, но и заработать денег. Найдите несколько монеток, может, даже больше. Вам небольшой убыток, а человек, может быть, пойдет и собачек покормит. Будьте здоровы, ваш Тимурханов из вечернего Новосибирска. Пока.